Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон Джек Игорь. Добро пожаловать в Майнкрафт, где сегодня мы будем продолжать нашу рубрику «Не смейся, челлендж». И да, ребята, всем привет и большое вам спасибо за ваши лайки. Только благодаря вашим лайкам выходит эта серия. Да, ребята, всем привет и надеюсь, в этот раз вы также поддержите нас своими лайками. Просто ставьте лайк, потому что это очень просто, нам очень... Чур не первый! Приятно. Игорь, ты как бы... Чур не второй! Да все, Игорь уже идет, давай. Я чур не второй. Давай! Чур не второй, но ладно. Ты второй. Просто слабаки, понимаете? Да, понятно. Да, понимаете? Ты, конечно, вообще петух. Сейчас мне тут нужно подготовиться. Не надо, давай, смеши, какие подготовки, давай! Быстрее! Это не та рубрика, понимаешь, давай! Все, ну давай, показывай! Понимаете, дорогие друзья, теперь, я как бы, вы знаете, да, где я живу? В Британске. Не, в Лос-Анджелесе вроде, да? Ну, я живу, на самом деле, в Майами, но сегодня мы будем танцевать наши народные танцы! Хоп-хоп-хоп! А я спеваю хоп-хоп-хоп-чина-хоп! А я танцую хоп-хоп-хоп-чина-хоп! Я весело спеваю! Бра! Гра! Алёня Рамштайн! Да не надо, все, да я ща это уже другая национальность, все, не надо. Не надо, чтобы убить тебя. Не надо вот этого. Ща, чё ты тут сделал, дебил? С этими украинскими флагами. Что ты смотришь, построил что-то непонятное, короче, давай, показывай, главное, чтобы было смешно. Подождите, я сейчас... Да, потому что надо вот я недавно не смеялся уже 5 лет. Да подождите. Да показывай. Подождите. Показывай. Только не писем. Знаете ли, это не совсем смешно, это страшно. Это страшно, я обосрался даже. Это не смешно, это страшно, это не напугай челлендж. Размеши челлендж. Вот ты дурак, конечно. Не смешно. Я могу показывать, нет! Только не писюн, Эдисон, вперед. Давай. Я ничего не показывал. Тут у меня вообще проблем, понимаешь, в детстве случилось, когда я зашел в одно место и вот, и все. И все. И стал Стивом перевернутым, покошенным. Это свинтус, это обычный свинтус. Как? У меня Стив. А у меня свинтус. А у меня Стив. А так! Ты Стив, да, вот тут башка... Да это ты дебил, а не Стив, я не Стив! Это так смешно, я такой расстроился и ушел просто. А сейчас кто? У меня ты Стив. Да ты придурок, ты не Стив. Ты видишь, кто я такой? Он несчастный свинтус. Я свинтус. Нет, ты Стив. Грррр. Свинтус. Грррр. А вот сейчас. Грррр. Почему ты у меня Стив? Да что такие? Все, я перезайду, подожди. Он мой скин не увидел, я хотел такой выйти, такой. Мяу, я... Кошка чернобыльская, понимаешь? А он не увидел! Подождите, я не записываю, мне нужно это записать! Не смешите без меня, подождите меня! Я пошел показывать. Эксклюзивный контент, эксклюзивный, давай! Показывай, давай, Игорь! У меня эксклюзив, дорогие друзья, ставьте лайк за эксклюзив, короче! Эксклюзив только у нас с Эдисоном, вот Джеки! Так, подожди, надо его забанить, бан Shadow Priest, чтобы больше не знаю, чтобы бан Shadow... Так, все, он так, больше не зайдет. Да. У меня проблема, у меня тоже все скины почему-то поломались, то есть я тоже никакие свои не видел. Вот я. Ну вот он, обычная свинья, да, но это смешно. А чё, не смешно, а? Вот видишь, засмеялся. Ладно, смешно, я понимаешь? Да. Так все, уходи отсюда, свинья. Это мое место, я занял. Я уже помочился тут, мое место, иди туда. Мое место. Иди туда. Не надо. Так, я предлагаю вам отправиться в завтрашний день сегодня. И, в общем-то, мы можем, знаете что, мы можем говорить только слова. Да. Вот, и вообще, знаете, что я могу сказать? Стругай свою репку, понял? Там.
Это как Рик? Да, это типа Рик. Сегодня четверг. Ты должен еще харкать ее. Вот теперь похоже было, да. Да, еще раз давай. Вообще-то это назад в будущее, то есть завтрашний день могут смотреть немногие, но только сегодня. А, понятно. Вы дебилы. Мы дебилы, вы поняли. Да все, уходи. Дебилы. Не подглядывай. Вот дебил, да, Игорь? Вот дебил непонятный. Не подглядывай. Да мы не подглядываем. Наш писал посмотреть. Ребята, знаете, что хочу вам сказать? Да, Евгений, мы вас слушаем. Что это? Чё фу на тебя. Чё страшно? Чё горизонтально летит? Чё страшно? Фу на тебя. Скины какие-то. Фу на тебя. Я только понял, что это, господи. Фу. Эдисон. Я их хрена не поймаю. Фу на тебя, свиньяк, фу на тебя! Фу на тебя! Да хватит плевать! Кто это? Ты кто такой, чудище? Игорь Невский! Фу на тебя, Игорь Невский! Фу на тебя! Ты кто такой? Я... Господи... Это попробуй не испугаться теперь, понимаете? Пацаны! Мне, короче, заплатили! Я сейчас должен рекламу сделать! Рекламу, понимаешь? Лакалут! Лакалут! Белые зубы! А пощёлкай, да хап-тап-тап! Кого? Ну пощёлкай с челюстями. Шлёпай своей жопой, шлёпай своей жопой! Опа-опа-опа, шлёпай, опа-опа-опа! Голову так вверх-вниз подделай! Да, у тебя что-то... Лакалут! Лови, закидывай! Сейчас как-то через шею пролетает, ну ладно. Челюсти сквозные поймать. Да, есть такое. Зато зубы. Зубы хорошие, лакалют, понимаешь? Да. Вот вы совсем удивил, да? Вот вы вам все хорошо, вы вот ты состоишь из плоти, да? Ты из плоти, и ты из плоти, ну конечно дебил, но из плоти, да? А я-то кто? Я дерево! Дерево! Как я живу в сообществе, понимаете? Как же? Эй! Дерево! Баклажан. А чё тебе? Он дерево, не баклажан, понимаешь? А вместо вас не сточки, а вместо жопы дерево. А ну он покажи. У него писька на спине! Это не писька, у тебя везде письки уже мерещатся. Покажи! Подожди, стоп! Да покажи! Да послушайте меня внимательно! Да покажи! Да писька! Да не, ну да, вот это писька на самом деле. Подождите, вот когда у человеческих детей выпадают зубы, они кладут под подушку, а когда он был Владивосток, я его приклеил к спине. Подожди, подними голову наверх, наверх голову. Опа! У него писюн даже на теле, смотри! Да не, ну это у тебя уже фантазия чересчур. Напишите Жека извращуху. Извращение, везде письки мерещатся, там писька, сям писька. Это там реально писька. Да не было там никакой письки. Ой, писька у него, господи. Ты вообще это видел, писька? Нету письки. А мой росточек. У Игоря вообще письки нету. Привет, ребята. Бам-бам-бам-бам-бам-бам. Сегодня, значит, ясно, да? Ясно, да? Значит, завтра будет бом-бом, понял, нет? Ну ты француз. Stop it! Ну ты индейц, я балдю, бам-бам. Бам-бам-бам-бам. Бам-бам-бам. Пока-пока. Во-первых, Эдисон не индейц, а цыганин, так что не надо тут путать. А что мне показывать? Пока. Ну, я не знаю. Кого показать? Писюн веб-кадр. Да, хорошая идея на самом деле. Жека! У меня какие предложения! Раздвигай свои ворота, Жека, раздвигай ворота! Давай, будем тебя вселяться! Давай! Это локальный мем, честно говоря. Это не все поймут, не все поймут. Раздвигай ворота! Слышишь, Эдисон, мне кажется, кто понял, должен поставить просто лайк. Да, это прям только олдфаги поймут. Только не говорите, кто не понял, дизлайк. Кто не понял, ставьте большой палец. Кто не понял, вообще, ты ворота раздвигать будешь, ворота, давай. Все просто. Ой.
Садись, Рамир. Разыгай, ну давай. Он еще был зеленоглазый таксист. Блин, я забыл! Ладно, в следующий раз как-то, в следующий раз пою. Хорошо. Сейчас я показываю опять, да? Зеленоглазый таксист. Не, мне, конечно, есть что показать, но сегодня я покажу сегодня ночи. Я сегодня ночи, да? А почему у тебя уже борода? Потому что я когда был большой, ты маленький. Когда был старый. Ну сейчас я стал маленький, то есть ты понял. Нет, ты сам запутался, мне кажется. Ну короче, я сын ночи. Ты сын ночи, да? Ночи. Ну, пойдем со мной, мужик. Куда пойдем? Мужик, иди с ним, мужик. Я получил бам-бам. Пойдем, мужик, пойдем. Мужик, иди. Не в ту сторону, мужик, иди показывай. За мной. Я знаю дорогу, пойдем, я знаю дорогу. Бам-бам-бам-бам-бам. Полиция. Педофил завелся, полиция, приезжайте. Педофил завелся. У меня проблема, у меня сломался. Пойдем, мужик. Подожди. Давай, что ты делаешь? Я еще не знаю, я ласковый мерзавец. Я сладкий на все 100. О-о-о. Я шоколадный заяц. Я ласковый мерзавец. До свидания. А что произошло? Я понял. Никаких вопросов, Нет, ты не в нашей тусовке, уходи. Не, все понятно. Надо заканчивать. Стоп. Фу на тебя, паскуда. Давай, иди. Да, мне кажется, мы на этом уже можем заканчивать, пацаны. А ладно. Подожди, а как же ты? Да ты заколебал, ты просто серии не показал, четвертый скин, даже быстро. Пацаны, можешь заказывать? Подождите, да я серию сейчас закончу, такой вам анекдот расскажу, обоссышься, Давай, иди. Вот сейчас анекдот, короче, да. Пацаны, да, сейчас будет анекдот, в жизни такого не слышал, понимаете? Вот сейчас, короче. Давай, слушаем. Не, я серию закончу, потом будет анекдот. Вот такой, обоссышься, понимаете? Я сейчас хотел послушать. Да, нет, слишком взрослый анекдот. Подписчикам нельзя такое слушать, понимаешь? Нельзя. А я люблю такие анекдоты, бам-бам-бам-бам. Нельзя такие. Ты мне сказал, с***а! Ты меня какой мужик? Я тебе мужик! Какой мужик? Три старика, стойте меня, пожалуйста! Смотри! Дра! Понимаешь, умеешь так? Дра! Ты умеешь так? Скажи. Дра! Дра! У меня тоже писюн во рту! Бам-бам-бам-бам-бам. В жопе гормоны у кого-то играют, поэтому мы будем заканчивать. Да, ну ты француз, конечно, да. Ставьте лайки. Ставьте лайки, всегда ставьте на все три видос. Набираем много лайков, сразу же выходит в следующей серии, не смейся, челлендж. Обещаю. Я вам анекдот расскажу в следующей серии. Про двух геев отвечаю, если много лайков. В бассейне. Ребята, не забывайте также подписываться на наши каналы, потому что мы как бы очень веселые и крутые. Да, и нажимать на колокольчики, там есть инстаграм, такая штука, вы проверьте, интересная штука. В описании ты хотел сказать. Ну, снизу там, ну, кто не знает, описание снизу, а кто не знает, что в описании, так там инстаграм. Все, пока. Уберите этого извращенца от меня.